Всем привет! У нас 22 февраля. По теории должна быть зима, а погодка, как видите, совершенно весенняя. Только в тени. Представьте себе, в тени плюс 9. Сам в шоке. Не помню еще, чтобы такие у нас были зимы. Но все равно, шанс есть, классная погодка, и его упускать нельзя. Грех просидеть дома и не поехать на рыбалочку. Поэтому сегодня я приехал на малую речку Убедь. Новые для меня места. Раньше так, чтобы прям упираться, здесь не рыбачил. Так, 1-2 ямочки и все, больше не проверял. Но места, смотрю, здесь красивые. Коряжники, омутки, ямочки, приямочки. В общем, щучка должна быть. Пока добирался до места, смотрел так с под берега. Верховодка, красноперка, плотвичка уходит. Это кормовая база для щуки. Поэтому есть смысл щучку здесь искать. На окуня особенно не надеюсь, здесь его попросту нет. Так что опираться буду только в щуку. Брал одну только лайтовую палочку от 2 до 8 грамм. На эти ямки как раз 6-8 грамм и надо, не больше. С утра я выезжал на десну, пробовал поймать густеру на покоток, но клёва совершенно нету. Не знаю, с чем это связано, объяснить не могу. Поэтому решил перебраться на Убедь. Вообще, даже думал, дома останусь, но потом, думаю, грех остаться дома. Полажу вот по малой речке, может быть, повезет заработать пару поклевок. Ладно, меньше разговоров, а больше дела. Погнали! Хотя и погодка не щучая, но все равно. У меня не каждый день свободный, чтобы ездить на рыбалочку. Поэтому нужно пробовать. А вдруг повезет? Да, хоть и не поймаю ничего, зато отдохну. Правильно? Правильно. И проверю новые места. Я так визуально постоял, здесь посмотрел. Вот здесь получается перекатик, здесь ямка, и там выход. Так что пробью вот этот весь участок, а потом буду смещаться ниже по течению. Там уже ямы с глубиной побольше. Так что быстренько пробью здесь. Если будет поклевочка, конечно же, включусь. И будем смещаться. Времени на рыбалку не так уж и много. Сейчас уже начало второго. Но все равно. Будем надеяться на клев. Белое здесь полно на яме. Сразу только бросил приманку. Слышны удары по шнуру. Да, белое полно. С одной стороны это хорошо, а с одной плохо. Потому что щука наедается натуральным кормом. И силиконовые приманки не всегда хотит брать. Я думаю, по такой погоде смысла яркие кислотные приманки ставить нету. Поэтому начинаю с темных таких цветов. Приманочки буду использовать 2,5, может 3 дюйма, не больше. Потому что спиннинг лайтовый. Как всегда, долго не застаиваюсь на одном месте и перехожу дальше. 5-10 забросов на одном месте и достаточно. Мест щучьих здесь еще полно. И до темноты нужно их успеть обловить. Так что не будем терять лишнего времени, потому что его и так нету. Идем дальше.
такими темпами, если будет такая температура воздуха, еще неделька, и будем начинать фидерные рыбалки. Устера и плотва пойдет на мелководные участки на Десне, и будем выезжать на фидер. А пока что смысла нету, рыбка еще стоит на ямках и еще не движется. Видели, поклевка была, поклевочка. Ну, больше на окуневую похоже. Есть, ребята, первая рыбка. Хорошая. Причем на джиг не было поклевок, а взяла на волочение по дну. Щука, щупарик. Иди сюда, подруга. На волочение по дну поклевочка, ребят. Смотрите, на какую приманку. Lucky John Tioga, видите, в фиолете. Ну такая щучка, кило, может даже больше. Классная. Вот видите, на джиг поклевок не было, волочение сработало. Хм. С первой же проводки. Такая щучка, приятная. Сработала по щучке проводочка, волочение по дну. Получается, стоял, бросал на джиг. В ту точку, где поймал щучку, раз в пять, наверное, бросил на джиг. Поклевок не было. И думаю, попробую проводочку волочения по дну. С первой же жахнула щучка. Что думать? Какая проводка больше всего работает? Не знаю, буду теперь пробовать. И волочение, и джиг на каждой ямке. Я раньше пробовал эту проводку, но поклевок не было. А вот в интернете смотрел, постоянно и успешно ловят на данную проводочку. Так, значит, как я ловил, смотрите. Приманка упала на дно. И вот так плавненько-плавненько по дну тащишь приманку. Еще пару забросов на ямке, на этой, и пойдем дальше. Вы видели, поклевка была, друзья, поклевка. Но не засеклась щучка. Или окунь даже был. Больше всего на окуня похоже.
Снял я с ямочки одну щучку, и в общем было у меня 3 поклевки. Решил, хватит. Сильно ямочку мучить не будем. Активную щучку снял, хватит. И переехал дальше, ниже по течению яма на моем пути. Тоже красивая. Глубина до 3 метров. Видите, какие коряги? Это все лежит в воде. Сейчас вам покажу. И думаю, щучка здесь должна быть. Так что попытаемся ее заставить клюнуть. Смотрите, какая красивая яма. Времени у нас еще немножко есть. Часа, наверное, 2. Ну, попытаемся что-то вымучить. Все та же приманочка. Тиога от Lucky John заряжена. Так, ну давай. Сначала пробью джигом, а потом буду пробовать другие проводки, если не будет поклевок. О, на тебе и зацеп. О, что-то тащится. Коряга. А нет, не коряга. Чья-то оборванная приманка. И еще что-то за ней идет. Приманка, приманка. Что еще есть что-то? А ну-ка. А здесь, здесь. Просто шнур. Просто шнур дальше идет. Так. Где же я бросил приманку? А вот она, вот она. Что у нас за приманочка? Не знаю, как она называется. Оборвана за кусок сетки. Я даже догадываюсь, чья это приманка. Точнее, знаю. О, и хвост отвалился. Зато грузик и крючок есть. Щуки пока что не поймал, зато очистил речку от шнура. Был у меня первый обрыв, и думаю, почему бы не попробовать оснастку Jig Rig.
с вот такой вот силикошкой. Хогги-хог называется. Ну, посмотрим, что он нам даст. По погодке вообще не скажешь, что сейчас февраль. Реально март. Как будто середина марта или даже конец. Вот такие вот дела. Я думаю, что щука должна уже нереститься начинать. Первая. Вот уже через недельку 100% будет у щуки нерест. Но я думаю, на то время мы уже будем заниматься фидером. Так что нам все равно. Какую же его поставить в приманочку? Такой крабик есть. Я думаю, может быть, попробовать какой-то твистерок. А? Это не то, не то. О, вот такой твистерочек поставлю, попробую. Снастка все тот же джигрих. Будем таскать по дну. Давай, твистерок. А вот, друзья, есть рыбка на новой точке. Только бросил один подрыв. Такой удар красивый. На рыбка смотрю. Так себе. Щучка небольшая. Ха. На твистерок клюнула. Подруга. Так. Что же ты? Ой, флюрик заживал, а ну-ка выплёвывай. Выплёвывай. Ай-яй-яй-яй. Так. Ну идем, отпустим тебя. Расти большой и не попадайся на крючки. Давай, беги. Пошла, малышка. Такая поклевка классная вообще. Только щучка совсем малыш. Ну ничего, зато приятно. Вот и твистерок сработал.
еще бы одну жахнуть под вечерок. Было бы класс. Что-что, на время, конечно, поджимает. День еще не такой длинный, как весной. И я думаю, пора заканчивать нашу с вами прогулочку со спиннингом. Считаю, рыбалочка была неплохой. Весь день держалась хорошая, даже классная погодка, солнышко, ветра не было. И даже заработал пару поклевок. Проверил новые места, как и планировал. И, в общем, завтра, думаю, тоже поеду на рыбалку. На покаток смысла ехать нету. Поедем, опять-таки, на спиннинг. Только, вот думаю, или на малую речку, или на Десну. Но решу. Дома сяду, все обдумаю и увидим. Думаю, больше всего, что поедем на Десну. Ладно, буду заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь и поставьте колокольчик. Всем спасибо, пока!